Всем привет, с вами снова я, и надеюсь, свет нормальный, и качество съемки это не испортит. Меня попросили как-то снять реакцию на то, как люди перепевают 91, и одна из них это Арман Кью и Адил, Кайтада, 91 cover, Rus acoustic version, русская акустическая версия, типа. Интересно посмотреть, и надеюсь, вы так же, как и я, ребят, поддержите. Было бы очень круто. Поэтому раз, два, три. Поехали. Салем! Құрметті 91 және Eagles. Сіздермен бірге Арман Кью. Арнайы орыс Eagles-дан және де орыс тілінде білем. Eagles-дан біз. О, прикольно. Орысша нұсқасын сіздерге ұсынсақ. Прикольно. Көңіліңізден шығады деп ойлаймыз, сол себепті айтамаңыздар. Өз ойларыңызды астына қалдыруға ұмытпаңыздар. Ұнаса қайтадан қарасаңыз болады. Сау! Такие прикольные. Аружан, Асель, Килибая, Адиль, Абубакир. Насколько мои чувства сильны к тебе? Никто не ответит. Потому что бесконечность не измерить. Закрой глаза, в это ты И голоса красивые. Вау. Ты прикольная, ты молодец, серьезно. Что в сердце сомнения разрывается душа, винная влюблён. Знаешь ли ты? Остывшее сердце твоё согрею теплом я свои. А ты просто рядом будь со мной, не волнуйся ты. Такой голос красивый у неё тоже. Ошибки прошлого не исправят, не препятствуют мне. Иначе как тебе рассказать все это, как остыть мне не сказать. Давай заново зажжем вместе наш тот первый огонек, как мне тебе рассказать, как остыть мне. Блин,
офигенски. Я надеюсь, вы смотрите мою эту реакцию. Просто вау, взрыв мозга. Девчонки, у вас голоса просто богинь. Я не знаю, вам на сцену выступать и... Продолжайте работать, продолжайте петь, у вас это получается, никого не слушайте, и вы вообще крутые. Парень, который играл на гитаре, спасибо тебе, у тебя просто замечательно получается, у тебя, кстати, тоже красивый голос, я заметила. Блин, ребят, вы вообще прикольные, поэтому никогда не останавливайтесь, творите дальше, я послушаю ваше творчество еще обязательно, буду за вами следить, я вас люблю, я вас полюбила, серьезно. Спасибо, кто мне скинул просьбу на эту реакцию, прям вот дорадоваться, наслушаться не могу. Песня на самом деле офигенская, оказывается. Сколько раз уже это говорила, но именно на русском языке, когда послушала, я в нее влюбилась еще 1000 раз больше. Вот. Я вас всех очень сильно люблю. Надеюсь, меня тоже. Поэтому всем пока! Пока!